пришло сильно сейчас. Проклятие разрушено. Проклятие разрушено, которое было высвобождено вашим мужем. Это был первый муж, который принес это проклятие. Апостол молился и разрушал дух колдовства. Это колдовство на жизни этой сестры было разрушено. Я стояла в зале, и апостол начал говорить слово, что на душе что-то черное было, и сейчас оно уходит, и душа ваша исцеляется. Когда меня вывели на сцену, я почти стоять не могла от помазания. Очень сильное присутствие, действительно благодать Божья. И начал апостол дальше молиться, что подшивали что-то в одежду. Иисуса Христа, сейчас я лишаю дьявола всякой власти. Кровью Иисуса Христа, я лишаю дьявола всякой власти над твоей жизнью. Положи руку на себя прямо сейчас. Я говорю в твою жизнь. Кровью Иисуса Христа, кровью Анза, я лишаю дьявола всякой власти над твоей жизнью. Кровью Иисуса Христа, Сына Божия. Во имя Его, чего не попросите, будет вам, я говорю, во имя. Очень много было освобождения. Просто бесы выходили, и потом было слово еще, что Бог сейчас разрушает, ваша мать вас ненавидела. Но я просто это переживала, чувствовала. Вы знаете, когда тебе уже там 50 лет, и ты понимаешь, что мать... Это просто не передать. Понимаете? Когда нет отношений с матерью, да? Я через это переживала как бы сильную боль. И просто говорила, Боже, дай какую-то реально благодать на это. И было слово, что теперь отношения эти будут восстанавливаться. И дальше еще было слово, что была зависть в личной сфере и как отчуждение с мужем. И что Бог это тоже разрушил. Это реально новая жизнь. И я знаю, что мы еще будем много свидетельствовать. Слава Богу. Аллилуйя! 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 Друзья, представьте, Бог, Он сегодня двигается через экран телевизоров. Сегодня помазание, оно изливается. Это просто невероятный феномен.